Ты знаешь, жизнь сложная штука. Бывает, смотришь вокруг, прекрасно. А иногда терзаешься в муках и думаешь, жизнь беспрестанно ужасна. Ответь, что действительно важно? Согласен. Сложный вопрос, однако. Жить в одиночестве вовсе не страшно. Страшно в 17 угаснуть от рака. Думаешь, страшно услышать «уволен»? Нет. Ты ошибаешься с гранью тонкой. Страшно, когда ты безвыходно болен или с войны не дождался ребенка. Вот что действительно страшно. Мним-мним. Столкнувшись с проблемой в пути, ты подумай. Стойко принять и пройти просто мимо. Или без причины терзать себя в муках.